славе, превыше божественных и плотных цветов. Вся слава вам, вся слава Шиле Прабхупаде. Сегодня виновники большого светлого праздника, 20-летнего юбилея. Спасибо вам за этот океан нектара, которым мы наполнили и город, и храмовую комнату, и наши сердца. В далеком 1991 году я впервые увидела вашу удивительную форму на киевской Радхаятре и узнала завораживающую историю вашего появления. И уже тогда в мое сердце было посажено сокровенное желание поклоняться вам. В 1989 году мы уже начали проводить праздник Радхаятры в этом городе. У нас еще не было наших фестивальных божеств, и мы приглашали их из других городов. Год от года неодолимое и сильное желание служить вам возрастало все больше и больше. И однажды произошло чудо. Нам сообщили, что Господь Джаганнатха, Баладева и Субхадра едут в наш храм. И устанавливать их будет Его Святейшество Ниранджана с вами. Те незабываемые события 20-летней давности, они так четко всплывают в памяти, будто это произошло только вчера. Празднично украшенная алтарная, буквально упакована преданными. Звучит сладкий киртан, и Ниранджана с вами со старшими преданными совершает таинственную процедуру инсталляции, установления их светлости. Идет предложение многочисленных благоприятных упачар для удовлетворения Господа. Божества стоят на алтаре с черными повязками на глазах, киртан нарастает, и нетерпение преданных тоже. И вот, наконец, Гуру Махарадж снимает повязки по очереди с глаз Господа Джаганнатхи, Господа Баларамы и Шимати Сукхадры. И мой возглас «Джай Джаганнат! Джай Баларамы! Джай Сукхадры!» растворяется в океане таких же восторженных возгласов сотен преданных. Все пространство было наполнено ликованием сердец и безграничным духовным счастьем. Господь Джаганнатха, повелитель Вселенной, вместе со своим братом Баларамой и сестрой Субхадрой озарил божественным светом и своей безграничной милостью наши сердца, наши души и наши судьбы. Вся слава Господу Джаганнатхе! Вся слава Господу Джаганнатхе! Милостивый Господь Джаганнатха, Субхадра и Баларама появились в этом городе, в этом материальном мире, чтобы даровать всем живым существам высшее благо. В Нарада-пуране сказано, если люди просто увидят это божество, им откроются врата в обитель Верховного Господа. О, всемилостивейший Господь, ты не просто явился на алтаре, а вручил себя своим преданным и верил в себя душам, жаждущим служить тебе. Долго еще святые имена своим нектаром наполняли алтарную комнату, и каждый мог осознать свою удачливость, ощущая присутствие Господа в его жизни. О, повелитель Вселенной! Благодаря твоему приходу мы уже 28 лет проводим удивительный праздник Радхаятры в этом городе, и тысячи людей имеют счастливую возможность увидеть твое улыбающееся, прекрасное, божественное лицо. И год от года я искренне прошу тебя, о повелитель Вселенной, чтобы каждый мог увидеть, разглядеть в твоем неповторимом облике Джаганнатхи юного, пленительного пастушка Шьямасундара, покоряющего, сводящего с ума чистые, открытые сердца. Пусть каждый обретет милость Твою, и пусть день ото дня все шире и шире разливается океан нектарных лил Твоих, никогда не прекращающихся и постоянно увеличивающихся. Дорогие Господь Джаганнатха, Господь Баладева, Шимати Субхадра, каждое утро звучит завораживающее сердца музыка Говинды Джорджа Харрисона, открываются шторы алтаря, и мы вместе со Шилой Прабхупадой имеем возможность получить даршан ваших лотосных стоп. И каждое утро вы протягиваете к нам свои божественные руки, приглашая к себе домой духовную реальность, чтобы каждый стал объектом вашей безграничной милости, смог ощутить сладость ваших вечных игр.
Шри Джаганатха, Шри Баладева, Шри Мати Субхадра Ки. Ваша нижайшая служанка, ставшая по вашей милости объектом вашего сострадания. Аминь!